Участники сразу двух общественных организаций Одинцовского округа «Серебряные волонтеры» и «Дети войны» посетили музейный комплекс Зои Космодемьянской. Поездку организовал региональный совет сторонников «Единой России». «Серебряные волонтеры» и «Дети войны» с самого начала проведения СВО собирали гуманитарную помощь, изготавливали теплые вещи, делали свечи. Все это было доставлено в зону боевых действий и передано нашим бойцам. Председатель сторонников принял решение поощрить общественников и вручил им сертификаты на экскурсионную поездку.